Известный американский промоутер Бопаром прокомментировал интерес телеканала ESPN Геннадию Головкину, который до сих пор остается свободным агентом после ухода HBO с рынка трансляции бокса. «Я думаю, что ESPN будут рады видеть его на своей платформе. Они вели с ним переговоры так же, как и DAZN. Посмотрим, какой выбор он сделает. Но Головкин будет великолепным дополнением для бокса на ESPN», — ответил Арум. Также сайт worldboxingnews.net поделился информацией о ближайших планах Геннадия Головкина. Сейчас в борьбе за Головкина лидирует DAZN. Единственной альтернативой на данный момент видится Showtime. В ближайшее время ожидается, что об этом будет объявлено, поскольку время истекает. Головкин хочет вернуться на ринг весной. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри снялся в фотосессии для журнала. Фото он опубликовал на своей странице в Твиттере. Новый вид Тайсона Фьюри покорил сеть. Боксер, который не так давно весил 184 килограмма, а в последнем бою 116 килограмм, выглядит очень худым и стройным. Недавно Фьюри рассказал, что перестал пить алкоголь и есть гадость. Изменения на лицо. Как сообщает Чемпионский комитет Всемирной боксерской ассоциации WBA, промоутерские торги на поединок украинца Василия Ломаченко и представителя Туману Альбиона Энтони Кролла перенесен на 6 февраля. Начальная ставка торгов – $150 000, а гонорары боксеров будут распределяться по схеме 75/25 в пользу чемпиона. Конечно, бой с Кроллой идет вразрез с планами команды Хайтека, которая двигалась в сторону унификации титулов с победителем поединка между россиянином Иса Чинеевым и опытным ганцем Ричардом Коми, где на кону стоит пояс IBF, но ничего не поделаешь, ведь свои обязательства необходимо выполнять. Поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе между американцем Джервонте Дэвисом и представителем Мексики Абнером Маросом может быть отменен. В социальных сетях начала активно обсуждаться тема отмены боя, а первоисточником этой информации стал популярный аккаунт в Инстаграме. Согласно их данным, Марос получил травму, поэтому не сможет выйти на ринг 9 февраля. Команда Дэвиса уже активно принялась искать ему замену. Однако стоит отметить, на данный момент никто из официальных представителей никаких комментариев не давал, поэтому расценивать эту информацию как подтвержденную не нужно. Сам Джервонте продолжает активную работу в тренировочном лагере и в недавних интервью абсолютно ничего не говорил о возможном отмене боя. Чемпион WBO во втором налегчайшем весе Эммануэль Наварете проведет реванш с экс-чемпионом Айзеком Дагбо. В прошлом бою 24-летний мексиканец неожиданно и весьма уверенно победил ганца, отобрав его титул. Теперь ему предстоит доказать свое превосходство еще раз. Сейчас стороны близки к заключению соглашения о реванше. Он планируется на второй квартал 2019 года и будет транслироваться на ESPN. Конор Макгрегор считает справедливым решение атлетической комиссии штата Невада по делу о драке на турнире UFC 229, который прошел 6 октября прошлого года в Вегасе. Комиссия дисквалифицировала ирландского бойца на полгода и обязала выплатить штраф в размере $50 000. А вот россиянин Хабиб Нурмагомедов не сможет выйти в октагон на протяжении 9 месяцев и вынужден расстаться с $500 000. Правда, Орел может уменьшить срок своего отстранения на целых 3 месяца, если примет участие в социальной программе по борьбе с хулиганством. Благодарен атлетической комиссии штата Невада за беспристрастную оценку и трактовку инцидента с дракой. Я не планировал нанести последний удар этого вечера родственнику своего соперника. Просто так сложилось обстоятельство. Рассчитываю вернуться к выступлениям в ближайшее время. Спасибо всем. Напомню, что Зубайрат Ухугов и Абубакар Нурмагомедов, принимавшие участие в драке, дисквалифицированы на 1 год и оштрафованы на $25 000 каждый. Хабиб Нурмагомедов не согласен с таким решением комиссии в отношении своих партнеров по команде и пообещал не выходить в октагон до окончания срока их отстранения. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса и ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.